топ-6 модных мужских джинсов 2024. Найти правильную пару джинсов – задача не из легких, особенно для мужчин. И это видео изменит эту тенденцию. Меня зовут Даша, и вы на канале Shopus. В этом без уменьшения уникальном видео мы собрали знания экспертов в области мужского стиля, стилистов, дизайнеров и продавцов. И отобрали для вас 6 лучших моделей мужских джинсов этого года. Они сочетают в себе не только удобство, но и стиль. А еще эластичные, сохраняют классический вид и дарят комфортные ощущения. Дальше мы подробно расскажем про каждую из них и покажем, где выгодно купить с помощью сервиса Shopus. Также в этом видео мы разместили промокод на ваш первый заказ через сервис Shopus. А ссылки на все модели джинсов будут в описании. Лучшие из лучших – Levi's 511 Slim Fit Jeans. Каждый парень должен иметь в своем гардеробе пару джинсов Levi's. Если вы не можете определиться с выбором, начните с модели 511. У них классический зауженный крой, который сохраняет современный силуэт и подходит большинству типов фигур. Эти брюки имеют повышенную прочность за счет увеличения количества стежков на дюйм, но при этом имеют мягкую и хорошо тянущуюся ткань, не стесняющую движение. Если вы новичок в мире моды или просто хотите пополнить свой гардероб универсальной парой джинс, то Levi's 511 – идеальный вариант. Эта модель имеет множество расцветок и никогда не выйдет из моды. А еще материал этой модели хорошо стирается и пропускает воздух. Состоят на 98% из хлопка и 2% из эластана. К тому же джинсы стройнят ноги и сидят чуть ниже талии. О том, где точно купить оригинальные Levi's, мы рассказывали в одном из наших предыдущих видео. Лучшая роскошь – Raleigh Workshop Graham Pilot Denim. Это вовсе не обычные повседневные джинсы для похода в бар вечером пятницы. Это необработанный деним, сотканный вручную на старинных швейных машинках в Северной Каролине. Состоят на 99% из хлопка и 1% из стрейч. Джинсы Raleigh Workshop имеют специфический оттенок и выглядят обжитыми. Они сохраняют атмосферу официальности, но не позволяют вам чувствовать себя излишне чопорно. Крой остается свободным и подвижным. Благодаря эластичному материалу джинсы удобны при носке и сидят весьма непринужденно. В них вы будете себя чувствовать так же комфортно, как в трениках. Несмотря на ретро-стиль, напоминающий джинсы из гардероба отца, вам понравится универсальность этих брюк. Их можно носить как с кроссовками, так и с ботинками. Все модели из этого списка можно найти на сайте Shopus. Здесь собраны миллионы товаров из зарубежных интернет-магазинов, включая eBay и Asos. Все цены здесь указаны уже в рублях, а товары с прямой доставкой по вашему адресу. Все, что вам нужно сделать, это добавить понравившийся товар в корзину и оплатить заказ любой российской картой. Дальше мы выкупим и оплатим нужные товары, примем их на одном из наших складов на территории США, Европы и Китая. Если нужно, объединим с другими посылками и отправим на ваш адрес. С реальными фото и видеоотзывами вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе «Отзывы». Также мы подготовили специальный плейлист с ответами на популярные вопросы о сервисе Shopus. По ссылке выше вы узнаете о способах и стоимости доставки, о сроках выкупа и получения посылок. Лучший Athletic Fit – Madewell Athletic Slim Jeans. Парни с объемными бедрами обычно выбирают спортивный крой. Брюки, которые расширяются выше колена, создавая свободное пространство в области бедер и таза. Такой крой может подчеркнуть ваши квадрицепсы. В области ниже колена штанина заужена, чтобы придать силуэту утонченность. Эти джинсы от Madewell невероятно мягкие на ощупь, не стесняют движения бедер, а в области голени выглядят очень аккуратно. При носке ощущаются как джоггеры, но при этом смотрятся элегантно. Кроме того, ткань снабжена влагоотталкивающей и терморегулирующей технологией, чтобы ваши ноги оставались сухими. Madewell разработали свою смесь джинсовой ткани Cool Max так,
чтобы она хорошо пропускала воздух, была гибче и удобнее, чем обычная джинсовая ткань. Материал не боится влаги и перепадов температур, благодаря чему вы сможете носить эти джинсы в путешествиях. В общем, джинсы Madewell с атлетическим кроем – идеальный вариант для долгих поездок. Они красивы и функциональны, но при этом вы будете чувствовать себя так же комфортно, как в спортивных штанах. Состоят на 75% из хлопка, 23% полиэстера и 2% эластана. Кстати, в одном из наших предыдущих видео мы поделились 5 лучшими брендами джинс. Лучшие бюджетные джинсы Uniqlo Men Slim Fit Jeans. Эти зауженные джинсы сшиты из более тонкой ткани по сравнению с другими моделями из подборки. Однако полотно прочное и ровное с чистыми последовательными линиями. Джинсы Uniqlo намного качественнее, чем другие бюджетные джинсы. Это отличная пара за цену в $50. Они не только удобны, но и хорошо смотрятся на любой фигуре. Кроме того, они выпускаются в широком размерном диапазоне от 27 до 40. Джинсы хорошо тянутся, не стесняют движения и при этом довольно плотные. Фасон продуман достаточно хорошо. Джинсы хорошо будут сидеть как на узких, так и на крупных бедрах. Состоят на 98% из хлопка и 2% спандекса. Лучшие универсальные Travis Matthew Legacy Featherweight Pant. В настоящее время существует достаточное количество производителей, которые вступают на рынок гибридных джинсовых брюк. Однако Travis Matthew выделяется благодаря фасону, материалам и конструкции, которые вызывают желание носить их каждый день. Джинсы Legacy ощущаются и выглядят как чинос, а значит, подходят для любого образа. Travis Matthew разработаны с учетом полного комфорта. Ткань этих джинсов очень легкая на ощупь и едва заметно тянется. При носке джинсы ощущаются непринужденно, не стесняют движений, также хорошо дышат. По фасону джинсы Legacy повседневные и удобные, но достаточно стильные. Можно носить их на работу в офис. Они идеально подходят для неспешных прогулок по городу, но и будут, кстати, для более активного образа жизни. Содержат в себе 65% хлопка, 21% полиэстера, 2% вискозы и 2% спандекса. Эти джинсы можно приобрести в различных зарубежных интернет-магазинах, например, на официальном сайте бренда или на Amazon. Как это сделать с помощью сервиса Shopus, мы покажем чуть дальше. Лучшие повседневные джинсы Lee Legendary Regular Tapered Jeans. Lee – это не просто один из множества брендов. Для некоторых людей это первоклассный бренд джинсов. В отличие от многих других моделей других брендов, джинсы Lee хорошо сидят, не садятся после стирки и отлично сохраняют цвет. А данный свободный фасон заслужил одобрение стилистов, работающих со знаменитостями. Джинсы не выглядят мешковато. Они хорошо сидят на талии. Вы можете заправить в брюки рубашку, не беспокоясь о том, что она выскользнет. Фасон этих джинсов берет лучшее из обоих миров. Непринужденный крой, который сужается ближе к лодыжке, делает весь ансамбль расслабленным, но в то же время строгим и аккуратным. Легкий стретч со спандексом обеспечивает подвижность, не лишая джинсы узнаваемого облика. И что самое приятное, они стоят меньше $50. Благодаря универсальности и доступной цене они точно не разочаруют, особенно своим качеством. Состоят на 99% из хлопка и 1% спандекса. А теперь давайте вернемся к способам оформления заказа из зарубежных интернет-магазинов с помощью сервиса Shopus. На официальном сайте Shopus перейдите в раздел «Заказ по ссылке» вверху экрана. На открывшейся странице нужно заполнить все поля под звездочками. Так, ссылку на товар мы копируем из официального зарубежного интернет-магазина. Название также нужно скопировать и вставить в оригинале. Если вы пользовались переводчиком сайта, вернитесь на оригинальный язык магазина. Стоимость копируем в официальной валюте интернет-магазина. Проставляем количество и, если необходимо, заполняем оставшиеся поля. После этого нужно нажать «Добавить в корзину». На следующем этапе вы сможете выбрать удобный вариант оплаты, в том числе российскими картами, а сайт автоматически рассчитает стоимость товара в рублях и комиссию сервиса. Чтобы закончить оформление заказа, вам потребуется его оплатить.
А сейчас мы делимся с вами обещанным промокодом со скидкой на доставку, чтобы ваши покупки с Shopee's были еще приятнее. Вводите промокод, который видите сейчас на экране, во время оформления заказа, чтобы получить скидку. И давайте вернемся ко второму способу оформления заказа. Второй способ еще проще первого. Все, что вам нужно сделать, это перейти в чат бота Shopee's в Telegram и скопировать ссылку на понравившийся товар. Дальше нажмите «Старт в чат-боте» и просто отправьте ссылку. Вот и все. А теперь ждем, когда с вами свяжутся из службы заботы Shopee's, чтобы выбрать удобный способ доставки и оплатить заказ. Этот способ удобен тем, что вам не нужно регистрироваться на сайте и заполнять данные о товаре. Рассчитать примерную стоимость доставки вашего заказа можно на нашем сайте в разделе «Доставка». Вам достаточно знать лишь примерный вес или габариты посылки. Если у вас не получилось сделать это самостоятельно, вы всегда можете обратиться за помощью в нашу службу поддержки по контактам в описании видео. А еще мы не навязываем страховку к заказам. Вы можете добавить ее самостоятельно при оформлении заказа, так же, как и фотопроверку поступивших на склад товаров. На этом наше видео подошло к концу. Надеемся, информация была для вас полезной. Не забывайте ставить лайк в качестве благодарности и подписываться на наш канал. Переходите на сайт Shopee's и оформляйте доставку товаров с самых популярных зарубежных магазинов. Не забывайте использовать промокод. До встречи!